Так, у нас сегодня вечер воскресный, воскресенье. Как всегда, у нас Егор бунтует, кричит. Сейчас я объясню причину этого крика. Но прежде про наше любимое дело. Мы тут с девчонками уединились на моей кровати, на нашей, вернее, с папой кровати. В общем, вот из таких вот ниточек Лизе Мирина Роял я начала вязать маленькую жилеточку. Это для клуба 28 петелек. У нас в Кинешме тоже появился такой клуб. И вот мы решили туда связать несколько вещичек. Лера вяжет осьминожку, игрушечку, такой комфортер. Я жилеточку начала вязать. Так, что у нас делает Егор? Я пыталась его успокоить. Пару раз я его водила уже к крану, умывала, переодевала. Он весь кричит до такой степени, что он весь мокрый, потный. Напукал на всю комнату. Дышать там нечем. Вот. В общем, девчонки к нему боятся подходить. Стоит мимо его комнаты пройти, он начинает кричать. Не обзывайте меня, я не какашка, я не козел, я не дурацкий. Вот. Ну вот, слышно, наверное. Хочу сказать, что у нас в семье обзывательства запрещены. Мы друг друга не обзываем. Я слежу, чтобы дети тоже не обзывались. Но в детском саду, например, я слышала, что они тоже ругаются, обзываются. И домой такое приносят, дома тоже бывает там между собой. Вот, я их за это ругаю, объясняю, что так делать не нужно. Вот, и в основном они как-то мирно так существуют. Но вот сегодня у нас он сам с собой разговаривает. Вот. Я его спрашиваю, кто тебя обзывает? Я сам. Я говорю, ну так а нам-то чего? Мы-то тебя не обзывали. И девчонки тоже, им он уже надоел. Это уже вот весь вечер продолжается. Я так думаю, что это уже весеннее обострение. Вот он сюда даже пришел к нам. Там Василиса за кадром. В общем, никто его не обзывает. Разговаривать с ним уже все устали. Егор, да мы тебя слышим прекрасно. Ты еще погромче покричи. Вот. Очень тихо ты кричишь. Давай громче. Я что-то так плохо слышу. Погромче давай. Ну, еще громче. Я тебе разрешаю кричать громко-прегромко. Давай громко кричи. Вот, еще громче можно. Вот такой у нас веселый вечер. При всем при том, что в студии... Вась, а в студии он как себя вел? Иди сюда ко мне. Плохо. А в студии он как себя вел? Он себя вел хорошо. Он, ну, не кричал, ничего не делал. Все делал. Ну, рисовал, хорошо. Да? Ну да. Угу. Он не вел себя как дома. Угу, ясно. Ну, за ужином. Да кто тебя обзывает-то? А кто тебя обзывает? Скажи нам. А кто тебя обзывает? Угу. Вот в кадр попало наше безобразие. Как я уже говорила, у нас мебели пока нет. Поэтому вот наши взрослые вещи вот на такой вешалке. Тут еще вот матрас мы. Все никак не решимся его выбросить. Я хотела его выбросить. Но Лера говорит, мам, давай пока, пусть он тут полежит. Она сюда приходит валяться просто иногда. В общем, я пока жду. Тут в углу у меня вещи сложенные. Те, что обмолели. Вот пакеты. Завтра я тоже работаю. В общем, во вторник буду я эти вещи убирать, решать. То ли мы их отдадим, то ли мы их куда-то отнесем. Вот. То, что обмолело и Егору, и девочкам. Вот, видите, уже Снежана все уже прогоняет. Пошел отсюда. И Вася уже его посылает. Вот так. Потому что девочки тоже уже устали. Мама, не обзывайте меня! Что случилось? Мам, Егор, мне уже начал... Он на меня вот так вот замахнулся. Замахнулся? Но он тебя не ударил? Ну, вот так вот почти ударил. Ну, он пытается, чтобы ты его стукнула.
Кто тебя обзывает? Ну-ка, давай я тебя сниму. Ты даже разделся у нас. Ой, прямо в трусишках. Ой, какой ты красивый. Свет выключил. Объясни мне, пожалуйста, кто тебя обзывает? А? Кто тебя сейчас обозвал? Да никто. А чего ж ты кричишь тогда на нас, что мы тебя обзываем? Да не обзывайте. Никто тебя не обзывает. Не обзывайте. Ты успокаиваться будешь сегодня? Ну, не знаю. Как ты не знаешь? Да. Ну, так давай заканчивай кричать. Уже да. Скоро зубы чистить и спать. Я даже заговариваюсь уже с тобой, ну. Да. Егор, я для маленьких, маленьких-маленьких деточек вяжу жилеточку маленькую. Такую крохотную, как на куколку. Девочкам вот хочу рассказать историю этого клуба 28 петель. А ты тут нам мешаешь, кричишь. Вот если ты успокоишься и придешь, то ты тоже послушаешь. Мам. Условия... Подожди, Васюша, я ему ставлю условия. Если ты сейчас успокоишься и оденешься, то я и тебе тоже расскажу. Нет штанов. Как тут у тебя нет штанов? Нам иди будет? Открывай ящик свой. Давай открывай свой ящик. Зачем? А я проверю, куда твои штаны делись. Мам, так он к нам. Открывай нижний ящик. Где у тебя домашняя одежда? Открывай. Считай штаны. Считай. Раз. Дальше. Два. Дальше. А, все. Это кофты. Ну, третьи штаны ты выбросил. Куда тебе больше? У тебя даже сейчас есть выбор. Или одни, или другие одеть. Ты считаешь, что у тебя нет штанов? Понятно. Как? Это как нам. Полный шкаф, а одеть нечего. Да меня обзывают. Кто тебя обзывает? Я не обзываю. Кто тебя обозвал? Скажи, пожалуйста. Я не обзываю. Такое длинное видео у нас получается сегодня. Такая вот картина. Да не обзываю. Мы были у невролога на приеме. Она нам... Сказала прийти еще... Вась, ты мне в кадре попадаешь. Она сказала нам прийти еще раз. Она выпишет лекарство. Потому что он там тоже себя не очень хорошо повел. Да, ну, мне кажется, специалисты, они видят, наверное, таких детей. Вот. Хоть я и стараюсь как бы вот это все гасить. А где у меня штаны? Ну вот сегодня не получается. Я его уже несколько раз умывала. Вот он переоделся раз, вот переоделся вышло. Два. Теперь он начинает... Нет, нет. Они у него мокрые. Он же их бросил на мокрый пол. Мы же намочили там пол в ванной, когда я его умывала. Еще ты раз пойдешь умываться? Мама, а можно я с водичкой на это поиграю? Вась, там и так лужи мы с Егором на тебя спали. А я на раковиной буду, можно? Только кукол не надо заливать водой. Ладно. Ну чего, пойдешь еще раз умываться? А? Все, надо заканчивать съемку. Вот такой у нас вечер. Замечательный Егор маме вечер устроил. Да.